Всем привет! Вы на канале Zeus News. Какой она была трогательной и юной, когда зрители впервые увидели ее по телевизору. С первых же кадров всем стало безумно интересно, кто этот ангел, откуда он вдруг взялся. Девушка редкой красоты, завидного трудолюбия и удивительного таланта Марина Александрова. У каждого человека в его биографии случались события, после которых все переворачивалось с ног на голову. Именно в такие моменты принимаются судьбоносные решения, а иногда и ломается жизнь. Не обошло это и Марину, но она не ошиблась. И все благодаря одному самому близкому ей человеку. Родилась Марина Александрова, настоящая ее фамилия Пупенина, в Венгрии, в небольшом городке, где служил отец. Как только появилась возможность вернуться в Россию, сомневаться не стали. Забросили их на Байкал и лишь в конце 80-х перебрались в Питер. Папа, мама и старенькая девушка носили со своей единственной крохой, воспитывали ее всячески, развивали, стараясь не давить на инициативу и интересы девочки. Единственным их суровым шагом было отправить Марину в класс с математическим уклоном, где обучение было не из легких. Параллельно со школой ученица Александрова занималась в музыкальной студии по классу арфы. Частые перемены места жительства повлияли на характер Марины. Она легко научилась ко всему приспосабливаться. Ее мечта стать актрисой отлично вписалась в перипетии с переездом в северную столицу. Она записалась в театральную студию при телеканале, участвовала там в мини-спектаклях, творческих вечерах и различных актерских посиделках и обожала слушать занимательные истории своего преподавателя по Щукинскому училищу. Естественно, сразу после окончания школы Марина заявила своим родителям: «Поеду в Москву поступать в театральное». Мама с папой к выбору дочки отнеслись скептически, но препятствовать не стали. Подумали, что все равно из-за этой затеи ничего не выйдет. Вернется домой и станет переводчиком, как они хотели. И лишь только любимый дедушка поверил в удачу. Первым делом Марина отправилась в ВГИК, потом в ГИТИС, но судьба привела все-таки ее в Щуку. Марина прочитала отрывок из «Войны и мира», и ее приняли. Уже после первого курса она узнала, что на место претендовали 10 человек, но выбрали именно ее. Начинающая актриса практически сразу попала в кино, в финальную сцену фильма «Северное сияние». Известная же пришла к актрисе спустя год. Помогла крохотная роль в сериале по роману Акунина «Азазель». После оглушительного успеха «Азазеля» на достигнутом Марина решила не останавливаться. А тут как раз подвернулась возможность поучаствовать в третьем сезоне мегапопулярного проекта «Последний герой». Александрова не из тех, кто пропускает возможность лишний раз пропиариться, ну а шоу для этого лучший вариант. В общем, согласилась, не раздумывая. На острове пробыла недолго, несмотря на роман с ведущим Иваном Демидовым. Ее стали часто снимать в кино, каждый раз примеряла на себя что-то новое. С легкостью перевоплощалась в скромниц, коварных обольстительниц, даже образ легкой девушки стритрейсера, способной одной рукой управлять автомобилем, а другой вертеть несколькими ухажерами, ей удался. От ролей в сериалах Марина тоже не отказывалась. Одна из мыльных опер чуть не разбила ей сердце. На съемках сериала «Звезда эпохи» она познакомилась с актером Александром Домогаровым. Он был старше ее на 20 лет, но девушку это нисколько не смущало. Она мечтала именно о таком принце, который будет авторитетом, поможет развиваться в общем надежным плечом. Роман был похож на бурю, они ссорились, публично разрывали отношения, каждый, вставая от внутренних склок, заводил роман на стороне. Во время ссор с Александром Марину замечали в компании Артура Самарьянинова, Алексея Чадова, Алексея Панина. Но затем бурное примирение и возвращение на круги своя. Терпение у Марины дало трещину, когда в очередной раз она застала своего возлюбленного с бывшей женой, актрисой Натальей Громушкиной. Александр никак не мог прервать с ней связь, и даже поговаривали, что это и есть основное яблоко раздора. Окончательно распрощавшись с Домогаровым, она ударилась в новые отношения с коллегой по цеху Иваном Стебуновым. В этот раз девушка решила узаконить отношения, чтобы муж был при ней и никаких бывших жен. Но Ивана поглотила пагубная страсть к алкоголю. Марина не ожидала такого и привыкнуть к этому не смогла. Через 2 года брака она подала на развод. Своего истинного принца Марина долгое время просто не замечала. Судьба постоянно сталкивала их по рабочим делам, но свою половинку друг в друге они разглядели не сразу. Главный режиссер центрального канала Андрей Болтенко стал для нее той опорой, которую она тщетно искала в других мужчинах. Марина поняла, что мужчину нельзя переделать и подстроить под себя. Он такой, какой есть. Пожениться решили, как только Марина поняла, что беременна. Незадолго до родов Андрею пришлось уехать работать в Америку, но Марина полетела за ним. Она хотела, чтобы их ребенок родился, когда мама и папа рядом. Андрюша появился на свет в Нью-Йорке. Несмотря на рождение сына, Александрова съемок не прерывала. Она моталась с младенцем в Беларусь, в перерывах кормила его и была счастлива. Со вторым малышом решили не затягивать. Спустя 2 года у Андрюши появилась сестричка Катя.
Уже сейчас родители читают им хорошие стихи и всячески стараются развивать. Марина как-то сказала, что она не сохраняла отношения, которые делали ее несчастливой. Именно эта решительность помогла ей создать крепкую семью и обрести счастье. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем пока!